Сергей Михайлович, у меня есть официальное письмо начальника УВД. Там есть распоряжение Башкана номер 43 от 29 апреля 2013 года об объявлении на территории от ОГГУДИ двухмесячника по безопасности дорожного движения. Основанием этого распоряжения, вы знаете, явилось увеличение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в текущем году. И что интересно, в городе Читерлунга приводят дупль пьяного водителя, а алкотестер показывает содержание крови, содержание алкоголя, а анализы все нормально. Кто-то там родственник, кто-то там друг. Главный врач должен получить соответствующее взыскание за эту работу. Второе. Брать два анализа. Один сразу идет в независимый начальник УВД. Один сразу вы забираете и отдаете в Кишинев на экспертизу. И если хоть в одном разница будет, значит, пересмотреть отношения, уволит этих работников, которые там работают. Просто уволит, и все. Он, речь идет о человеческих жизнях, понимаете? Ему один раз прокатило, второй раз. То, читайте интернет. Пьяный заехал, 6 человек на тротуаре убил. В толпу врезался. Еще, еще. Зачем нам это надо? Там, короче, анализ делается в Кишиневе. Здесь только забор производится. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день там работа просто саботируется. Они уже сегодня они это просто есть. Отказываются. Это я есть. Занята, я не хочу, я не могу. Времени нету. Хотя спят, по сути. Мы разбирались по этому вопросу. Что там разбираться? Главному врачу объявите взыскание. Еще одно взыскание снять с работы и все. Что там разбираться, если не может навести порядок-то? И примары здесь находятся. Я прошу, чтобы вы поговорили там у себя, провели какие-то собрания родительские или еще что-то. Ну, хорош уже пить за рулем. Мы уже потеряли молодые люди на Чокмайданском повороте. Жить да жить, радоваться жизни.